Эта история не про достижения, а про волю. Про волю быть собой и не бояться делать что-то новое, что заставит чувствовать себя по-новому. Андрей, спокойно, забивай. Хорош, хорош. Даже если кто-то думает, что это тебе не по зубам, не стоит слушать этих людей. Parimatch – это компания, которая поощряет волю к победе, и тут наши ценности пересекаются. Ребята, которые не собираются мириться с общественным мнением, которое порой не совпадает с их планом. Ребята захваченные и одаренные. Это уникальная история. Хочешь что-то изменить? Меняй сам и будь примером. Для нашей компании важно быть именно таким примером. Если нам удастся вдохновить или поддержать эту особенную футбольную команду, то это однозначно стоит наших усилий. Дать возможность заниматься любимым делом, съездить на турнир, завоевать бронзовые медали. Третье место – это воля и желание. И кто сказал, что вам это не под силу? Воля – неоспоримый союзник победы. Победа – это то, что дает вкус жизни и желание двигаться вперед. У этих ребят железная воля, и мы не смогли пройти мимо. Есть такой приз – за волю к победе. И он именно об этой команде. Ведь победа приходит от желания победить. Победить чужое мнение и себя.